Всем привет, с вами Настя из Дина Мама, и сегодня я покажу вам очень классную и стильную курточку 3 в одном из новой весенней коллекции Рейма. Моделька это унисекс, есть расцветки как для мальчиков, так и для девочек. Производится куртка до роста 140 сантиметров, то есть подойдет деткам примерно до 10 лет. Курточку эту повторяют уже несколько лет, каждый раз она пользуется большой популярностью, потому что она очень практичная, яркая и функциональная. Давайте посмотрим подробнее, что здесь есть интересного. Капюшон отстегивается с помощью липучки и кнопок. По краю проходит эластичная такая манжет. Внутри подкладка гладкий полиэстер. Высокий воротник, эмблема Рейма. Рукав классического кроя. Широкая светоотражающая полоска. Манжет прямой и внутри эластичный манжет. Два кармашка на кнопках. И задний край куртки немного длиннее, чем передний. Крупная удобная молния с защитой подбородка от защемления. Есть внутренняя планочка для защиты от ветра и влаги. Внутри петелька и съемная жилетка. Пристегивается она с помощью кнопок. В принципе, жилетку также можно носить отдельно. Здесь есть также эмблема Рейма. Эластичные края. В самой куртке есть этикетка, где можно написать данные ребенка. И по нижнему краю курточку можно утянуть. Для этого предусмотрен эластичный шнурок с фиксатором. Так. В жилетке 120 грамм утеплителя. То есть носить эту курточку вместе с жилеткой можно, начиная от 0 градусов. И, в принципе, до плюс 20 в качестве ветровки. Также эту жилетку можно пристегнуть к зимнему комбинезону Рейма, у которого есть система Play Layers. Или просто носить в качестве поддёва в морозные дни. Сзади также можно увидеть, что капюшон отстегивается. Светоотражающая полоска на капюшоне. И светоотражающая эмблема Рейма в нижней части куртки. Такая яркая и практичная куртка. В принципе, модель эта пригодится круглый год. Весной, осенью как курточка. Зимой в качестве поддёва можно использовать жилетку. Другие расцветки ищите на нашем сайте dinamama.ru. Спасибо за внимание!